Ну, я вам что могу сказать? Сказать только то, что завтра будет горячая вода, ее не будет, это все понимают. 13 июля. Эмоции и драматургия, как в настоящей мыльной опере. Еще бы, в домах нет горячей воды уже полтора месяца. Причина в старых теплосетях, но организация, которая занимается ремонтом, упорно не выходит на связь и всячески пытается снять с себя ответственность. Вы понимали? У вас я не делала ничего абсолютно. Это нормально, да? Ремонт, получается. И воду дали. Все. Для вас это нормально. Такое? И кому только не задавали эти вопросы, они оставались без ответа. Труба, проложенная больше 50 лет назад, принадлежит компании «Тюменские моторостроители». Специалисты обещали, вода будет со дня на день. 29 июля. Ситуация не поменялась. Переносят просто сроки. Говорят, что большая авария, но ничего с этим сделать не могут. Только ждать сказали. Поэтому вот. Протяженность магистрали 11 километров. Небольшой участок полностью вышел из строя, о чем специалисты узнали еще в мае, во время опрессовки. Вот здесь находится поврежденный участок. По словам специалистов, заменить 110 метров трубы можно было всего за несколько дней. Однако почему-то работы затянулись почти на все лето. Конкретика появилась в конце июля, только после обращений в инстанции. Представитель тюменских моторостроителей сообщил, что сроки работ переносить больше не будут. И даже день Х назначил. 15 августа все-таки удастся? Точно? 100%? Удастся. 15 августа мы... Постараемся возобновить горячее водоснабжение. Нет, не появилось. Сроки были у нас до 15-го. Это все прошло. Затем они пишут, что 18-го. Сейчас, я не знаю, после вчерашнего мор сказал, что все, уже то есть 20-го. История ЖК «Славутич» заинтересовалась прокуратура и администрация города. Ведь помимо отсутствия воды, там обнаружили другие проблемы. Рядом пункт приема металла, который, возможно, работает незаконно. Нет нормальной детской площадки, в подъездах не проводится уборка. А еще серьезные нарушения требований пожарной безопасности внутри дома. Еще и это предстоит устранить. А пока самое главное для жильцов – дождаться горячей воды. Юлия Никифорова, Максим Плюхин, Тюменская служба новостей.